Вот здесь операционный. Здесь делается все кастрация, стерилизация. Стерилизуют и кастрируют хирурги, высококвалифицированные преподаватели сами. Они кандидаты ветеринарных наук, студенты ассистируют и учатся. Мы стерилизацией и кастрацией занимаемся буквально с января месяца. И по ветсервис они привозят, и после кастрации, стерилизации, через 7, через 3, через 7 дней они забирают сами. Стерилизации в день мы где-то 8, 9, иногда 5, 7, ну как по объему. Стерилизуем, чипируем, вакцинируем, дегерметизацию делаем здесь и лечим полностью. Чтобы определить этих собак, мы на ушах ставим вырез, то они определяют, если эта собака была или у нас в этом клинике, или нет. Всех истребить нельзя, потому что могут крысы появиться.